Василий Осипович Ключевский. Он считается одним из выдающихся представителей российской историографии 19-20 века. Одним из крупнейших российских историков, заслуженный профессор и тайный советник при царском дворе. Василий Осипович Ключевский происходил из рода священнослужителей. Фамилию Ключевский его отец получил при поступлении в духовное училище, так как он происходил из села Ключи на Тамбовщине. 28 января 2021 года отмечалась знаменательная дата – 180 лет со дня рождения великого русского ученого, историка, заслуженного профессора Московского университета, академика Василия Иосифовича Ключевского. Проникновенный ученый, исключительный лектор, человек, поднявший науку на небывалый уровень того времени. Он издал и опубликовал более 10 масштабных трудов, освещающих различные периоды и вопросы русской истории. Его работы сыграли важную роль в становлении российской исторической науки. Исследования Василия Иосифовича отличаются глубиной суждений и качественной проработкой материала. Его работы пользовались популярностью у современников. И в настоящее время сложно представить себе историческую науку без трудов Василия Иосифовича. Наиболее значимым трудом, без изучения которого невозможно полноценно погрузиться в историю России, является его «Курс русской истории». Это произведение считается научной классикой, которую продолжают переиздавать как печатные, так и электронные издания. Василий Ключевский приступил к изданию «Курса русской истории» в 1804 году, и над созданием этого великого произведения он проработал более 30 лет. В изложении истории российского государства Ключевский Василий Иосифович первым выделил влияние экономических и политических факторов на жизнь страны. В своих работах профессор показывает блестящее знание русской истории, смотрит на вещи под неожиданным углом, вводит новые понятия. В рамках своей учебной и научной деятельности я лично сталкивался с трудом данного историка и рекомендую всем людям, которые интересуются изучением российской истории, обязательно изучить его.